Что для нас такое банки? Что для нас значат деньги? Деньги – это исполнение мечты. На протяжении жизни человек мечтает о разном. Ребенок мечтает о том, кем бы он хотел стать, когда вырастет. Школьник думает о том, где бы он хотел учиться. Взрослый человек иногда может уже думать о пенсии. Для всего этого нам нужны деньги. И банк является тем местом, которое должно гарантировать сохранность наших средств, поскольку деньги, которые лежат дома, они не сохраняются. К сожалению, в последнее время банки не могут гарантировать нам сохранность наших средств. Единственное, что они гарантируют, это защиту прав своих же собственников. И это очень печально. Это очень плохо, когда мечты людей не сбываются. К сожалению, пришло время защитить свои средства. И не всегда мы способны это сделать самостоятельно. Как представители общественности, вместе мы сможем побороть проблемы в банковской сфере.